Вот такая вот телега для Динги сегодня испытывается. Вот смысл этой телеги в том, чтобы она была компактной, чтобы можно было вот сюда вот один ящик поставить, вот сюда другой ящик. Посадить два человека, зацепить за собачку и километров 15-20 в час поехать. Вот такая вот будущая лыжа. Это будет прицеп за снегоход или за собаку. Внутри деревянный каркас. Эти вот брусочки уберутся. Они здесь не нужны. И снаружи все это обшито алюминием. Потом еще нужно будет обшить лучше всего полиэтиленом. Блин, килограмм 120, наверное.